Абсолютно простые пожелания, которые может выполнить каждый неравнодушный. В преддверии новогодних праздников традиционно волонтерами проводится добрая благотворительная акция по сбору канцелярских и спортивных товаров, игрушек, которые впоследствии будут переданы деткам в детский дом семейного типа, а также воспитанникам социально-педагогического центра. И мы участвуем в акции «Елка желаний». То есть детям из детского дома мы дарим вот такие вот подарки. И на елках есть специальные рукавички. Это пожелания детей из детского дома. И мы призываем людей покупать вещи для детей из детского дома, чтобы дарить детям радость к Новому году. Традиционно в преддверии новогодних праздников волонтерами Случины проводится благотворительная акция «Елочка желаний». Наша импровизированная елочка находится в универмаге Слуцк. На ней расположены вот такие замечательные варежки, на которых написаны желания деток из дома семейного типа, а также воспитанников Слуцкого социально-педагогического центра. Эти ребята просят у Деда Мороза абсолютно бытовые подарки. Кто-то из них просит подарить ему волшебные сказки, кто-то просит куколку, кто-то конструктор. И каждый неравнодушный случайнин, приняв участие в данной акции, может выступить в роли доброго Дедушки Мороза и подарить ребенку новогодний подарок, новогоднее настроение, которого, возможно, им сейчас не хватает. Уже не первый год случайно принимают активное участие в мероприятии такого типа. В этом году на красных варежках, которые украсили елку, 15 пожеланий. Участие в акции принимают и работники универмага Слуцк. Да. Расскажите, почему вы участвуете в акции? Приятно деткам помогать. Давайте мне попробуем. Красивый, белый, плюшевый. Миш. Потому что самих дома трое деток маленьких. И видишь их не тепло и доброту, когда им что-то приносят. Глазки веселые, радостные. Поэтому и у этих же детков то же самое будет. Я детский дом купила игрушку. Какую? Мишку. Потому что тут написано «Тошарчик», да? Да. Дедушка Мороз, подари мне мягкую игрушку. Таня. То есть это для Тани? Да. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто вложил частичку своего доброго сердца. В преддверии Нового года большие коробочки чудес отправились к ребятам. Мы можем выступить в роли Дедушки Мороза и подарить детям частичку волшебства.